Axelar – платформа, которая позволит связать между собой разные блокчейны. Ее основная задача – расширение возможностей разработчиков DApp и блокчейн-систем, а также обеспечение быстрого, удобного и безопасного межсетевого взаимодействия. Ее разработка важна не только для создателей децентрализованных приложений и новых блокчейнов, но и для обычных пользователей, которые хотели бы взаимодействовать с разными платформами экосистемы через один кошелек. Система децентрализована, и присоединиться к ней с целью использования может каждый желающий. Ее византийский консенсус, криптография и поощрение созданы таким образом, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности каждому пользователю. Гибкая платформа с удобными инструментами лишена недостатков, которые есть у многих подобных сетей. Она совместима с большинством существующих языков программирования, надежна и универсальна. Axelar нельзя назвать мостом в полном смысле этого слова, поскольку платформа работает по иному принципу и не подразумевает прямого конвертирования одних токенов в другие. Но на деле сеть Axelar представляет собой базовый первый уровень, построенный с помощью Cosmos и обладающий возможностями, которые дают ему право подтверждать транзакции на первых уровнях других блокчейн-платформ. Сеть делится на две части – межсетевой протокол шлюза CGP и межсетевой протокол передачи CTP. CGP отвечает за синхронизацию, установление связей и передачи активов между блокчейнами. CTP, в свою очередь, нужен для осуществления транзакций при переходе токенов с одной платформы в другую. Примечательно, что своего пользовательского интерфейса у Axelar нет, его создают и настраивают для своих нужд сами разработчики. Создатели Axelar планируют и дальше развивать свой проект, и они активно делятся новостями, касающимися прогресса в разработке. Масштабное развертывание сети Axelar. 11 января разработчики объявили, что запустят основную сеть проекта в феврале 2022 года. Она будет обеспечивать совместимость с Ethereum, Avalanche, Terra, Moonbeam и другими блокчейнами. Используя API и Axelar SDK, разработчики смогут создавать новое децентрализованное приложение, обеспечивающее интеграцию между разными экосистемами блокчейна. Платформа станет доступна обычным пользователям после ряда запланированных обновлений, которые доведут до совершенства ее функционал. Это крайне важное событие, поскольку работа над проектом продолжалась больше года, и только теперь у разработчиков появится возможность использовать его преимущества. Сеть обеспечивает крайне важную инфраструктуру для создания Web3 – единого интернет-пространства. Одним из начальных этапов ее запуска уже стала демонстрация Satellite – приложение, созданного на базе Axelar и позволяющего переводить токены между разными блокчейнами. Staking – новый валидатор Axelar. Staking – парачейн-сервис, ориентированный на людей, предпочитающий заработок с помощью алгоритма Proof of Stake. Он позволяет пользователям получать пассивный или активный доход от делегирования криптовалюты. 21 января представители сервиса объявили о сотрудничестве с Axelar. Наряду с другими крупными проектами, поддержавшими идею связать разные блокчейны с помощью гибкого и удобного моста, Staking предложил разработчикам сети услуги активного стейкинга. Запуск приложения Satellite. 26 января создатели платформы выпустили первое децентрализованное приложение с открытым кодом на базе Axelar для передачи активов между блокчейнами. Они говорят, что это только начало, и уже совсем скоро разработчики смогут подключать свои приложения к децентрализованной сети Axelar через API, получая доступ ко всем остальным цепочкам, связанным с Axelar Network, а также к активам и пользователям в этих сетях. Это приложение было создано, чтобы продемонстрировать пользователям возможности инструментов, которые предлагает сама платформа Axelar. Ознакомиться с ним и перевести один вид токена в другой сегодня может каждый желающий. Для этого
нужно следовать инструкции, которую разработчики опубликовали в Twitter и на страничке Satellite. Сегодня Satellite поддерживает передачу Terra Luna, UST и других между цепочками EVM и не EVM, такими как Terra, Avalanche, Polygon, Ethereum и Phantom. Moonbeam в скором времени присоединится к этому списку, как и некоторые другие сети и активы. Разработчики создали видеоурок специально для пользователей, которые хотят первыми протестировать Satellite. В нем подробно рассказывается, как с помощью нового приложения перевести токены Terra в UST. Конечно, можно совершать и другие транзакции, но одного примера вполне достаточно, чтобы понять принцип работы и оценить возможности XLR. Если сеть действительно будет такой надежной и эффективной, как обещают разработчики, ее запуск в феврале станет важнейшим этапом на пути к Web3.